сгораю от нетерпения. Интересно, что мы найдем в руинах. Думаю, мне лучше проскользнуть вперед и разведать подходы. Кьяну, здесь не у тебя одного бесшумная походка. Давайте пойдем вместе. Тогда при необходимости будет легче защититься. Новый участник выходит на сцену моего эксперимента. Что вас так задержало? Две вещи, которые не исключают друг друга, когда размышляешь о демоне, вызванном древними баспаранцами, скованном их силой, оживлен. Вы, видимо, занимались этой темой, но поверхностно. Тогда вас пугает эта мысль. Уж если вы цитируете мои труды, вам, пожалуй, будет интересно. Вы спуститесь вглубь этих руин и встретитесь со своим страхом. Разумный объект исследования, я провожу за... Вы сможете использовать печать. У меня такое чувство, что я уже где-то видел эту хамскую физиономию. Странно. Откуда взялись все эти противоестественные живые трупы? Что может управлять ими спустя столько времени? Дракора Продром! Здесь все пропитано черной магией. Но ради Ардо я загляну в любую дыру. Мы должны найти лекарство. Никто.
вашего маленького умишки не хватает, чтобы решить эту легкую загадку. Мое предложение вызвано чисто научным интересом. Если бы я помог вам сразу, ах, как тривиально. Да?
Ha, ha, ha.